Доброе утро, добрый день всех, кто заглянул ко мне в гости в сад Екатерины. Каждый день в саду наблюдаю интересные явления. Цветок распустился, птичка запела неизвестная. На калине произошла вот такая вот встреча. И, конечно, стала наблюдать. На шелковице перекликаются воробушки. Доброе утро, кричат нам всем. Мои Нюша и Ванюша улыбаются, стражи моего сада. На газонной траве бриллиантики росы. Возможно, не видно, а рядом улитка поползла по своим делам. Зацвел клематис. Вот-вот расцветет деция и будет пушистым белым облаком. А читок расцветает. Маки распустили свои цыганские юбки. На этой полянке совсем скоро расцветет вейгела, и калина бульдонеш радует своими белыми шарами. А это фиолетовое облачко – ничто иное, как гесперис или вечерница Матроны. Совсем простое растение, но очень интересно, хотя 4 лепесточка, но посмотрите, какое облако. Целая полянка маков. Совсем скоро я уберу их, так как их жизнь заканчивается, и отправлю в компостную яму. Продолжают цвести луки декоративные. У меня их две разновидности. Вот этот и вот такой. У них и листья отличаются, и соцветия, и цвет. Этот лук чуть позже зацветает, чем вот этот Purple Sessions. Видите, какой этот второй лук высокий. Где-то 1,70 м высота по сравнению с луком, который находится в нижнем ярусе. У прудика, где тоже своя жизнь, растет такая же группка лука Purple Sessions. И вот именно на нем увидела вот такое явление. Оно вам знакомо? Это рождение паучков. Совсем-совсем скоро разлетятся в разные стороны, чтобы разбросить свои ловчие сети. Оставляю их и иду пить свой утренний вкусный чай из трав, собранных в моем саду. Приглашаю на чаепитие. Хорошего дня и настроения. Молдова, Екатерина Снитко.